Милые девушки, прекрасные дамы, здравствуйте. От лица мужской части компании «Этажи» поздравляю вас с Международным женским днем. Это великолепный праздник, наверное, самый лучший. И хочется пожелать, ну, любви, конечно же. Чтобы в сердце всегда была весна. Не только в сердце, чтобы еще в крови, чтобы прямо вот по всему организму, что называется, текло вот это ощущение счастья. Чтобы те, кто вам дороги, всегда ценили вас, всегда были рядом с вами и понимали вас. Если есть дети, чтобы с ними было все хорошо, потому что все-таки женщина – это еще и мать, на мой взгляд. И это очень важнейшая функция для природы в целом. Также хочу всем напомнить, что не только 7, 8 марта, вообще каждый день вы должны быть лучшими, да? Излучать энергию, чтобы все к вам притягивались, потому что от вашей лучезарной улыбки зависит очень многое в жизни мужчин. Это важно. И, наверное, прежде всего здоровье. Надо следить за ним, и это тоже важно. Поэтому мы от лица мужской части коллектива в странах сделали для вас сюрприз. Мы снялись в, скажем так, романтическом календаре, если не сказать еще более другим словом. Вы можете его посмотреть, он по ссылке, он для вас. С разных регионов мы выбрали мужчин с нашей компании, которые снялись, скажем так, в откровенной фотосессии. И я надеюсь, что вам понравится. Вот это наш подарок. А еще от себя лично всем хотел пожелать внутри, знаете, такого ощущения драйва. Мне кажется, эффект каких-то новизны, изменений, страсти, когда ты чего-то хочешь в работе, я не знаю, там, в хобби, знаете, оно делает девушку сильнее. Вот, и она делает девушку прекраснее, совершенно точно. Поэтому всегда интересуйтесь, всегда развивайтесь, стремитесь к чему-то новому, чтобы у вас все было, знаете, лучше всех. Я считаю, вы это заслужили. Надо уметь ценить себя. С праздником, чтобы все было хорошо.